Всем привет! Вы смотрите полезную программу, и с вами Марина Моргунова. Я сейчас нахожусь в одном из медицинских центров, которые специализируются именно на лечении межпозвоночных грыж. Здесь помогают обойтись без операции. Жизнь пациента, которому поставлен диагноз межпозвонковая грыжа, существенно осложняется сильными болями в спине. Они могут быть настолько интенсивными, что не дают ни спать, ни работать. Блокада при грыже поясничного отдела зачастую является единственным методом снятия мучительных ощущений. Эти процедуры должны проводиться курсом, минимально проводится 5 блокад. И, конечно, эффект очень большой, он позволяет убрать полностью боли, воспаление, напряжение мышц. Под контролем высокоточного аппарата УЗИ последнего поколения пациенту точно вводится лекарство, которое сразу достигает пораженный участок и оказывает обезболивающее действие. Про аппарат УЗИ скажу отдельно несколько слов. Он имеет функцию эластографии, что значительно повышает информативность стандартного УЗИ. Вот у девушки как раз в желчном пузыре перетяжка. Хотя она не совсем и подготовлена у нас, но на этом аппарате великолепно видна. Врач говорит, что на этом аппарате увидеть можно многое, вплоть до новообразований в толстой кишке. Это плазма. Она изготавливается из собственной крови и обладает мощным противовоспалительным эффектом, а также восстанавливает хрящевую ткань. А это значит, что процедура плазмотерапии не только полезна, но и безаллергична. Она восстанавливает поверхность поврежденного сустава или позвонка, снимает спазмы, избавляет человека от болевых ощущений. Инъекции возвращают амортизирующую функцию, гибкость и подвижность. В кабинете у мануального терапевта всегда есть посетители. Снять спазм и боль, убрать зажимы – это как раз его рук дело. Мануальная терапия очень эффективна, но методики мануальной терапии разные. Мы используем здесь мягкую мануальную терапию, которая работает на мышцах и на фасциях. И у пациента уходят боли в спине, и, что самое важное, в дальнейшем эти грыжи не прогрессируют, то есть они не увеличиваются в размерах и не приводят к дальнейшим инвалидности. Кроме того, лечение здесь проводится в комфортных условиях дневного стационара. Нейрохирург, невролог, онколог-мамолог, терапевт, кардиолог и психотерапевт. К этим специалистам можно записаться в медицинском центре здоровья. Медицинский центр защиты здоровья. Город Красноярск, улица Баграда, 132. Телефон 209 55 44.